Взаимоотношения родителя ребенка. Вот мама. Вот ребенок. Современные условия в основном вот так идет. Мама, купи. А здесь, ну, давайте я нарисую машинку, потому что мне легче ее рисовать. Мама покупает. Мама, день рождения. Давай проведем. Мама, мороженое. И так далее. Вот ребенок, вот такая связь у ребенка идет. В результате что ребенок думает? Мама – это дверь в рай. Значит, если я каким-то боком ее заставлю, то она мне купит мороженое, она мне купит игрушку, она проведет день рождения. Соответственно, ребенок, как нормальный взрослый человек, начинает изучать все техники манипулирования мамой. Она бросается в плач. Она плачет, она ходит с кислой миной целый день, она делает обиженное лицо, она всячески высказывает недовольство матерью и так далее. И только мать это что-то делает, она сразу бросается на шею матери, она обнимает маму, целует, дает поцеловать и так далее, и так далее. Приготавливая маму для следующей манипуляции. Вот почему? Потому что вот здесь барьер, взрослая жизнь. А вот детство. Соответственно, все, так как все во взрослой жизни, а во взрослую жизнь окно – это мама, то ребенок максимально подбирает к маме различные ключи. Если у него плохое настроение, то вот такие ключи. Если хорошее настроение – такие ключи. И ребенок это успешно, прекрасно делает. У меня дочка в 6 лет сидит, YouTube смотрит. Мы посмотрели, что нас смотрит YouTube, ну не мы, а старшая дочь, и потом нам прибежала и сказала, она смотрит лайфхаки, как манипулировать людьми. В 6 лет в YouTube лайфхаки, как манипулировать людьми. Понятно, она не планирует кого-то манипулировать, она просто хочет манипулировать отцом и мамой, матерью.